Всем привет, любители колес! Давно у нас на канале не было песочка, и сегодня мы отправляемся в песочный карьер, на наш любимый брод и на наши любимые горки. Посмотрим, как сегодня пройдет царь горы, вообще посмотрим, на что способны автомобили по подъему в песочные горы, потому что зимой у нас был снег, потом грязюлька, а до песка мы так-то и, в принципе, и не добрались. В общем, едем на карьер. Выкрути на меня! Не-не-не-не-не-не! Сюда! Бампер зацепил! Сюда, дай на меня! И выкручивай на меня полностью! У меня вопрос. Блин, где у тебя тут ручка? Нахрена ты стекло сломал? Оно и так было сломано. Говорю, выезжай. Нет, попёрся. Ты ведь проехал? Проехал. Ладно, хоть сушняк стоит там. А здесь неинтересно, вот здесь что прямая. Есть хотя бы экстрим хоть какой-то. Тебе надо на борту, короче, вот где-нибудь вот здесь вот написать Д-1000. Я помню. Есть дело. И наш шлем еще. И шлем. Только черный. Черный шлем надо. Да, черный. Она не слышит, она все будет. Налево. Да, я говорю. Лёх, не хватает немного, да? А я не включил эту, знаете. А ты травился? Да. Слушай, ну, такое ощущение сегодня, сюда заедут только две машины. Хотя уже одна заехала, и еще Олег. Обломался. Обломался, да. Ну, я думал, будет маленькая интрига, но нет. Вылетело, да? Слушай, я обломался второй раз.
Я вообще не думал, что он заедет. Тут вот все должны были вставать. Видимо, песок немного намочили, и все, поехали еще. А ты на прямой? Я на пониженной. Лужа разогнался до первой, и здесь уже внизу я был на второй пониженной. Что, пониженной, думаешь, вы любите? Я здесь песок, здесь песок, понижайка, конечно, понижайка. Это же у тебя не глина. Ну вот в луже я ограничил передачу второй, у меня же автомат, поэтому здесь я... В луже я разогнался. С первой перешел на вторую. Выходя из лужи, газанул маленький, перешел на вторую. И на вторую передачу я зашел на второй пониженный. Все, вообще. Она ездить научилась. Я думал, сейчас все, сейчас он здесь раскатает. Он специально, думаю, сейчас раскатывает, чтобы никто не заехал. Она буксует здесь. Долбил на задке еще, да? Или ты здесь на полу? Я говорю, подонческая тактика. Сейчас в этот... Так он оттуда, мы ехали, он оттуда из леса. Он сейчас, царя, горит безоговорочный лидер. Решил уже все, что было. И сюда на заднем приводе заехал. Поставить точку. И брод на заднем приводе проехал. Не знаю, мы видели, все четыре крутились. Ну, конечно. Все четыре, вот здесь буксовал, все четыре. Конечно, я видел. Это как в прошлый раз. Я заехал, нет. У тебя наоборот. Не заехал. Чего ты заехал? Ладно, короче, и все, я заеду везде, на вообще. Опять пикать мать. Вообще, да? Что у меня этот? Что, на понижайке? Мотор в красную зону уходит. Так я в грешке, да, нет? Ладно, дела. Я не успел накопать. Не успел. Заедешь? Не знаю. Ты не поменял колеса? Нет. Все те же самые? Да, не доехал. Спустился хотя бы, справился? Да, немножко, но оно сильно лезет. Я думаю, заедешь. Попробуй, здесь мощность хватит. Да хватит, должно. Диагоналку словил, да? Ага. Всем покажу сейчас. Давай, показывай. Сейчас я тут на седанчике проскочил. Дилемма. У Нивы нет мощности. Тойота и Нива. А я думал, сама. Я думал, вообще плохо стало. Чего не хватало Тойоте, Митсубиси, блин, да? Блин, прошлой весной мы катались, вообще все четко было. Ну, может бензин, мне может кажется, мотор, может все вместе сразу. Может у него этот кирпич под педали лежит. У него кирпич вот здесь лежит.
Как и у меня. Шишика, заедет. Нет, он не травлен. Не заедет? Заедет. Мне кажется, заедет. Хотя шишик. Сейчас посмотрим. Заедет, не заедет. Утыкался. Он был бы чуть повыше, он бы заехал. У вас, как ни странно, на этих корейских игрушках мощности хватает. Прошел, вот здесь теперь упирается. Он, видишь, мордой тычется. Паркопом? Рамку, да. Тебе не хватает, прям малость. Слушай, я думаю, сейчас должен заехать. Поднакопал уже себе. Номер, потому что на заднем плане завелся D1000. Дэнни, Диман, сваливай отсюда. Тут испугались все, по-моему, кроме него. Вообще без
башенный, что творит. Он в прошлый раз пытался перевернуть УАЗик. Вот здесь вот будет подсказка на тот ролик. Сегодня он, наверное, его перевернет 100%. У него вот как зимой он кувыркнулся и все закусил. Говорит, хочу кувыркаться и все. Видимо, он какой-то экстаз получил в тот момент. Задело его, подсел на это. Да как, опять на меня? Не хочет, смотри! У вас сопротивляется такой просто! Даже здесь никак! Дэн, тебя там что-то прям совсем беда какая-то, мотор! Вон как долго так ходит, да? Там сейчас того пути вообще остались. Насколько он опытен, он застрял на горе вниз. Я знаю. Сейчас вот это включу. УАЗ сопротивляется максимально твоей задумке. Сейчас. Сейчас быстрее разогнаться только. И больше угол взять. Слушай, вот то, что люди говорят, D1000, это, по-моему, вот прям 100 очковое, точнее, 100% название твоим поступкам. Я думаю, что мало кому это понять будет, почему. Пусть загадкой будет. Может, когда-нибудь и поймут, если наблюдать будут за мной. Ссылочка будет в описании. Если интересно, чем это все закончится. Слушай, ну сегодня я представляю, чем это закончится. Там сейчас комментаторы всякие набросятся, долбан. Как там еще фраза-то вот эта знаменитая? Прокладка. Да не-не. За отвагу и за... Безумие и отвага. Да, безумие и отвага. Вот эти безумцы пусть сами остаются без ума. А у меня не отвага, а что-то бояться-то. У тебя цель, в общем. Цель, да, правильно, цель. Это проект, а не цель. Ну, цель, да. Знаешь, цель, проект, перевернуться. Ну, это одно и то же. Дочь. Нет, не интересно. Это просто... Да ты его и не кувыркнешь. Ходи. Да ладно. Нет, руками ты его точно кувыркнешь. Любая другая машина бы, наверное, уже все, либо кончилась, либо сломалась, либо уже кувыркнулась. Но это у вас, мне кажется, и надо постараться, чтобы его либо положить, либо сломать. Как думаешь, добьется он своего? Да, да, да. Я прям вообще от него даже взгляд не отвожу. Это может произойти в любую секунду, даже на ровном месте. Даже криков слышал?
не смог перевернуться. Да. Был какое-то высказывание. Давай я еще музыку. Тыш, ты дыш. Авторские права бы не наложили. Нет! Надень! Блин, не хочет. Слушай, вот сейчас был прям вообще красиво. Сейчас разгонюсь побольше на задке только. Или он эпично, очень красиво. Для вас, зрители, кстати, блядь, стараюсь. Не для себя ведь. Так что лайки, для вас лайки. Любимых. Да, лайки и подписка. Впереди еще интереснее будет. Самое страшное то, что этот человек мой сосед. Дело. Это каска им управляет. Она волшебная. Сейчас делаю разгон побольше. Он должен залететь весь. Отсюда было классно. Как он едет вообще, а? Я не знаю. Это УАЗик? Точно УАЗик? Это точно УАЗик? Нет, это уже F469 D1000 под управлением операционной системы. Обновленная, настоящая, самая последняя. Я не понимаю, что он говорит, но очень интересно. Я даже не знаю, что теперь делать. После этого, ты знаешь, то, что мы сейчас будем снимать, это какая-то, не знаю, детская... Только подписка, только лайки. Еще жестче будет, ребят. Обещаю. Вы только делайте свое дело. Смотрите, ставьте такие лайки. Комменты свои разные, да? Долбан, отморозок. Слушай, а подходит там долбан D1000, там Денис D1000. Много слов на D можно подобрать. Ну да. Так что... Зря ты так говоришь. Так что, и будут называть. Пишите. Один вопрос. Ну, лично у меня. Почему именно перевернуться? Ну, первый раз получилось как-то неосознанно. А когда осознанно делаешь, кстати, страшнее гораздо. Не, ну там, кстати, написали, что была подстава. Не было подставы. Эмоции. Почему их стрёмно занимаются? Так как охота эмоций, ощущений, оно и дает весь спектр всего ощущения. Даже ощущения такие странные, говорит, куркнусь разок. А что сейчас будет, Лёх? Я не знаю. Вы отошли бы, наверное. Ты просто спустишься, да? Ну как просто? Ну я понял, что не просто.
Просто так у тебя не бывает. Что-то суета какая-то, Лёх. Мне самому, я чё? Ни царапинки, ни на нём, ни на УАЗе. Он здраво там, у него зад подлетел. Брызговики оторвал! Кого? Брызговики! Я думаю, а ну они были? Или это не твои? А ну они были сейчас? Слушай, у тебя рессоры в обратную сторону выгнулись. О. Рессоры... Я таких ни разу не видел. Прямых. Чё-то какие-то странные. Не, рессор нормально. Чё-то хрустит. Но, не, она как-то странно вот здесь, когда она... Кель там очень сильно ютвой. Слушай, тебя не смутило то, что ты странно сам ездишь? Нет. Не, хрустит амортизатор, он пыльник задевает за рессору. Там не хрустит, там да. Вот пыльник, амортизатор, вот, а вон за рессору задевает. Короче, что-то мы сегодня как-то очень жестко, конечно, вот эти все нагрузки. Действительно. Странно, почему? Мы вроде по асфальту ехали, а тут такие нагрузки. А по асфальту тоже нагрузка. Тебе ехать надо прямо. До дома ехать, не близкий путь. Может, хорош? А у тебя, у него разные амортизаторы-то. Вот один пыльник, он здоровый, вот он задевает. Блин. Ну и там вот где-то немножко. Там пыльник у него слишком широкий. Ладно, да, идите дальше. А то я сейчас убью раньше срока. Вот, вот. А нам еще контент делать надо. Это мудрая мысль, не добивать. Нет, не контент, а убить всегда можно, а делать так, чтобы было интересно. Вам, зрители, дорогие, добрые, хорошие, вот. Это, знаешь, от руководства, как не надо ездить. Слово, так я показываю, как не надо. Вы ж не знаете, как, что, боитесь, все. А я не боюсь. Я показываю, кстати, да, что не надо делать. Или что будет, если... Если вот так делать. Да. Все вот понятно. Это самое хорошее. Показательное видео. Да. Остальные уже катаются как, ну... Ага, вот, вот я видел, он вот так вот ехал, все было плохо. Да, да, да. Туф-туф-туф-туф-туф.